Привет, друзья, с вами Энтони. К сожалению, Грэм работает сегодня вечером, поэтому я один сегодня. И сегодня мы посмотрим еще одну подборку смешных русских роликов. Называется «Meanwhile in Russia». Если вы хотите порекомендовать мне больше видео из России, присылайте их мне в мой Инстаграм. А теперь поехали, посмотрим. What is he trying? All right, what is he trying to do now? It's in a break. Будет сломаться. Глупый, что ли? Да. Почему, блин? Да потому что сейчас пол раковины расколет. Окей, я не понимаю, какая проблема есть. Раковина не работает. Кран. Какуля, я тебе говорил, не получится. Его друг гораздо умнее. О, боже. О, май гад. How do you guys get your cars back? Is that a lake? Это озеро? Лёд хорош. Они застряли в озере? Oh my god, look at that car. Look at that car. There's no way that car is gonna work after that. Oh my god, look at that. Да, и все люди вокруг в шоке. Я не знаю, как часто это происходит в России, расскажи мне. А тут, наверное, вообще вон. Крыша. Что-что? Вас очень плохо слышно. Да, конечно, карта классная, и классно, что можно платить без процента кредиты в другие банки. Сейчас, секунду, пожалуйста. Не звони сюда больше! Oh my god, I think that was a scammer, right? That was a scammer trying to steal money from him. That's a good way to deal with scammers. Ребята, я вам сейчас покажу тему одну. Круто. Oh my god, the car's like almost scraping the ground. Oh my god, when you own a construction company but you can't afford a pickup truck, that's what you do. No. Oh, fuck. Смотри, что у меня есть. Щетка. Почесаться. Давай, я тебя почешу. Вау. Почему все животные в России так дружелюбные? В Америке, когда я вижу белку, вижу лис, какое-либо животного, они сразу убегают. Но в России они приходят к тебе. Это очень интересно. О, я тоже думаю, что это неплохо. Так мило. Вот он, процесс самозапекания свиньи. Будешь загореться. What the hell? Чё, обожглась дурында, блядь? Ему понравилось. Самозапекающаяся свинья. А, потому что холодно, и он хочет что-то тепло. Чья-то машина. Я надеюсь, что у него страховка. Слышишь, скулит кто-то. Орёт. А тут этот долбоёб опять языком, блядь, прилип.
Нахуя ты железо лежишь, а, долбоёб? О май гад. Жди, ща воды принесу. Харада. Толстый пидор. Костя, лодку дальше двинь. Это было 2-3 крокодила, братья. Да жор пойдет, не бояться. Да вы, ё... Садись, блядь. Да дал... Садись. О! Я надеюсь, что в России нет кокодрилов и нет alligators, потому что если это случилось во Флориде, это очень опасно. О май гад. Now that's the best party I've ever seen. Is this some kind of promotion at a supermarket? Because I know, like, in other countries, people dance in front of supermarkets promoting products. Ooh. Танцис. Что там написано? Танцис маж. Wait a minute. Is that the same car that we saw before? Да заебал меня советский автопром! Это напоминает мне, когда я был когда я был ребенок и все в мультифильме, когда что-то случилось с машиной. Да, да, давай. Да, Данир, быстрее. Снимай тоже, давай. Это Миша. Садись, Миша. Вау. That's funny, man. In Russia, they ride pigs, and here in America, we ride horses. The pig doesn't even care. It's not trying to take him off or anything. That's funny. Oh my god. That's like Rocket, my dog. The other day he was sitting on this chair and editing my videos. Наркомани. Это Сибирь. Так хорошо было, в принципе, вообще. Oh my god. What's falling from the sky? Это лёд? Охренеть! Настя, мы вовремя дошли? Ау! Here we go again. They're going away, with, they're leaving without him. Don't forget him. Это какой-то тайник. What the heck? Там глубоко? Нет, он 20. Да ладно. Зачем? Да ладно! Где он? Hello? Фёдор! Я переживаю. Окей.
crazy, dude. This guy's crazy. Кого? О, нет. Да, ну, я... Это там под землей? Да, ну что, под землей. Нифига. Молодец. Европейскими центральными банками, которые в 2008-2009 годах реализовали лишь 155 тонн металла при квоте 500 тонн. С начала года золото подорожало уже на 18%. Like a movie, like the end of the world. Ну-ка, посмотри на меня. Посмотри. Лакушки сидит, да? What the hell, лошадь? Посмотри на меня. На машине? How is that possible? Так, Юра у нас пошел. Юра, давай, 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 давай. This is why Russians won the Second World War. И это все, ребята. Было очень смешно. Россия очень крутая страна. Всегда есть что-то интересное в России. Либо машины, проблемы с машинами, и либо животные на улицах. Так что это смешно, да. Если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал. И увидимся позже. I'll see you guys in the next video. Пока.